Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии. Все-таки всегда лучше смотреть сначала. Ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Ну я с Египтом воюю, объявил ему войну, например. Я убил ему... Это вопрос только для Карагена. Да, для Ирима тоже, я не знаю. Рим вообще на отдельном острове находится. А, я думал, для всех, кому может он отправлять караваны. Привет, Рим. Канадец, ты можешь Антанариву объявить войну и обстрелять фрегатом? Я сейчас с этим ходом нет, следующим я могу. Я следующим еще и каравеллу подгоняю. Ну, типа, мы его точно на это... А, ты его заберешь. Я его не вижу. Ну, я следующим ходом в нее стрельну, а ты добей, чтобы ты там много хп не потратил. Пять ходов. Блин, у Рима тут армады флотов. Я чтобы пойти Египту пару городов снести. Мы союзник. Ну, теперь уже да. А зря. Мы давно в союзе. Надо было раньше меня находить. Вы зря союзитесь с Египтом. Как? Кто реально, знал? Посмотрите. Никто знал, посмотрите так на ваши сейчас зачем? Зачем вы сейчас очень просто открываете? Очень просто открываете всемирный рейтинг, заходите на вкладку культуры и смотрите. Когда у него было 150 культуры, у нас было по 60, все что-то молчали. Я единственный, кто выстраивал. А кто видел что ли, разве кто-то, сколько у него культуры? Кто-то разве видел, да, вот именно, да, живете на отдельном острове. Ну как, Норвег видел? Норвег уже нас видит по игре. Он, наверное, с 40-го хода нас видит. Ну, Египет я предпоследним нашел, да. Атакуй. Я проатаковал. Корогин, ты все города Египта видишь? Да. Тогда давай военный союз. Я хочу посмотреть на его территорию. Канадец, ты проатаковал, да, Антанарива? Да, я проатаковал. Сразу минус 100 науки. Фу, культура. Круто. Блин, вообще надо бы Нанмадол забрать. Сразу, слушайте, забирайте сразу его надо было уничтожать. Заберите на... У меня просто нету морских юнитов. А с моря... Без ой, а с суши... Я сейчас приду на Нанмадол, так заберу. А с суши там всего одна клетка. Да без проблем, Нанмадол сейчас. Нанмадол атаковать. Приплыву, раз, два, заберу. 4-5. Я берсерками его заберу. Поставьте, я думаю, мои корабли далеко. Я плыл забирать Антонарио, смотрю, тут уже Харальд забирает. А что, мне ждать, пока он победит? Ну нет, конечно. Культурой?
Надо, надо. Нифига, конечно, культурка упала. Коргин, тебе должен... сразу надо было забирать. Помнишь, кого? Вы там в самом начале игры спорили, нужен ему надо модул или нет? И надо было забрать. Да, он сказал, нужен, надо было забрать. Слушайте, действительно... Он вам не должен, успокойтесь. Во-первых, зачем мне портить отношения со своим единственным вообще соседом? У меня тоже был единственный сосед, венгер. Нет, я не побоялся испортить с ним отношения. Я с Карагеном согласен, потому что Египет в начале игры забирать как бы против его колясок... Так не надо забирать Египет. Не нужно вообще сейчас ничего делать с Египтом. Нужно просто объявить ему войну и не давать его рокерам играть концерты. Этого хватит. Египет не сможет никого захватить. Посмотрите, у него военки 319. Присылай свои войска, становись на границе и атакуй его рокеров. У нас, потому что еще долго будет союз. Ну, кстати, него... хорошая мысль. Да. Кто-нибудь сможет на территорию Рима отправить? В смысле на территорию Рима? Я сейчас пару лошадок отправлю. Мы можем своими войсками убивать... называется-то, рокеров, будучи... То есть мы будем в войне с Египтом, будем убивать своими юнитами его рокеров. Вот такой замысел. Ну, может, чтобы кто-то на территории Рима... В Рим ему плыть надо, как минимум. О, вот здесь. Как раз через Дарвин у Галапагосских островов. Ну, короче, я отправляю двух лошадок к Корогену. А ты думаешь, он тебя не нападет на тебя, если ты поставишь две лошадки? Ну, будем решать. Когда нападет, тогда и будем решать. Я же могу и апгрейдиться. Купить бомбардировщик сколько стоит? 1120. Это долго, там поэтому лучше рокеров. Торговца на производство. Но они мимо меня не ходят. Но я вообще думаю, что он вышел, потому что он уже где-то, блин, вон в космической гонке. Он в эпохе... Я думаю, да, он вышел как раз в холодную войну. Отправляем морские юниты туда. Мешать рокерам. Я в Монреаль пересажу. Я хочу Монреаль видеть, чтобы его атаковать. Так, я, по идее, могу уже Пенгалу вернуть в столицу. Так, если я открываю археологический музей, то надо бы... строю, точнее. То надо бы, наверное, тут все-таки в естественную историю идти. Мне кажется, он не к Риму поведет, а к Кхмеру играть концерты. Естественно. А куда он еще? Чё, когда у него союзники есть?
Не надо было с ним союзиться. Ну, Каназис не просит передавать город, я и не передаю. В принципе. Но мне сейчас надо Канаду забирать. Блин, Каназис, а нафига тебе броненосец в Сент-Джоне? Так, апнуть. Очочку получить. Плавает рыбку. Вообще бессмысленный какой-то. О! Так, что мы можем сделать тут? Театралки. Здание. Нельзя строить... На... Да, плюс 100% в театралках, точно. Плюс 100% в театралках. Классная идея. Так. Ну, а юниты я не знаю. Легкую кавалерию. Апаем или но убираем? Чем там нанмодол забирают? Да фиг с ним с нанмодолом. Просто чтобы... Египту было сложнее и легкую кавалерию убивать. У него легкая кавалерия будет? Нет, я надеюсь, что у меня будет на территории Корогина легкая кавалерия. Так я ее куплю за веру. Ну так ладно. Что, бафать у... Давайте бафнем разведку бафать лучше. Кого? Давайте. Да, у Египта там веры ж дофига. Он... Слушайте, кстати, а у него... 100... Уже нет веры. Он да, все, купил рокеров. Сейчас он... Да, с рокеров. Так, чувак купил рокеров. Ну, я поздравляю Корогина. А я здесь при чем? Да. Пульс-паровые машины возьму, потому что мне савоны как раз производство будут давать тогда. Если я буду... Вообще, если бы я с ним воевал с самого начала, мы бы однозначно вдвоем тут... бы... Да при чем тут воевать? А что делать с ним? Не союзиться! Войну, чтобы так мог всегда убить... Мы засоюзились, это еще да. Фиг знает когда. Ну так хватит продолжать. Все, и хватит. Я ж не говорю, что типа вообще не надо было в начале. Ты видишь, что он лидирует по культуре? Так там еще и Рим засоюзился уже с Египтом, сколько, 3 года ну, назад. Так я-то здесь при чем? Мне нужна религия, поэтому я засоюзился с ним религиозным союзом. Хорошо, как тебе сейчас религия поможет победить? А Египту конкретно этот союз помогает победить сейчас? Потому что вот я, например, море между Египтом и Римом контролирую, он не может отправить рокеров. Но мы не можем ничего сделать, когда он отправит рокеров к тебе. А, тут уже ничего. Алексей, попробуй почитать проекты на культуру. Кстати, то же самое Карагена касается. Ну, читаются они. А у тебя далеко до карточки, Корогин? Очень. Ну, блин, ну... 96 у меня. У меня было 100 с лишним до того, когда снесли Антанарейму. Там было 120 или 130 у меня культуры. А ты сейчас, Корогин, где? В Холодной войне? Я сейчас... Нет, еще далеко мне в Холодную войну. Ты чё? Я сейчас в СМИ выхожу. Да, это ладно. Ну мне еще. А, не, не в СМИ. У меня сейчас мобилизация идет, потом будет СМИ. И только потом. Ашан, будет уже... я тебя прошу, давай ты не будешь делать это в конце хода. Что за хрень? Я встал на краба, чтобы полечиться, когда ты меня обстреляешь. Ты это делаешь на последней секунде. Я так
Я предлагаю добавить таймер, я не успеваю. Ну вот уже у Курагина рок-группа. Ты поставил своих войска свои? Я поставил, но я даже дойти ими не успею. Курагин, зачем ты с ним засоюзился? Да хватит уже, ты третий раз это спрашиваешь. Да, я буду спрашивать и дальше. Но это просто отдать... Он тебе уже объяснил, почему он это сделал, хватит. Я точно так же не могу понять, почему, когда Харальд увидел такую культуру, почему он сидел и ничего не делал. 30 ходов. У меня тут вообще-то война была. Ну, так, ну воюйте там. Когда видно, что у человека столько культуры. А, как, а что надо было сделать? Ну, точно так же начать... Точно так же что? Точно так же засоюзиться с Египтом? Почему? Ну воевать. Ну почему сразу начинать вот... Так я встретил уже... Египта, осудил не его ты, сразу, а потом начал войну. Так не, не ты же, Харальд его увидел, ну реально, Норвег да, его я увидел согласен, я 50 ходов назад. Я не заметил. Хотя почему, я увидел культуру 242, я сразу сказал, что культуры дофига. И все молчали, пока у него не стало 500. Никто его не видел. Кроме Харальда. Я тут, блин, как этот, и эти... И чудеса строил, и проекты читал, и театралок понастроил. Чудеса строил, и театралки построил. У меня тоже все из-за этого. Хоть что-то. Ну. Да, может быть, последний союз, наверное, не надо было заключать. Ты не может быть, а точно. Так а Рим что-то заключил. Союз. Хорошо, Карагена, как ты хочешь прожать игру? Ну, я его заключил, когда я еще никого не видел. Союз 140. Кхмера с Римом им выгоднее. Они реально могут свои морские караваны там пускать офигительные. Просто они не расследовали нифига. У них между ними тут... Я в другую сторону. Пролив. В другую сторону. Раз, да. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь клеток между Сетией, например, и Преахвихеей. И вперед. Тут отличный караван, тем более они морские будут. Три тысячи туризма. Правда, Рокер помер. А сколько у него всего туризма в ход? Победа Андрейси, через 22 да? хода написано. Если он так будет рокеров делать... У него культуры столько нету на столько... Ой, это как его? Вера столько нет. Но все равно, у него 200 веры в ход, это неплохо. Вот я вижу второй рокер у него. 200 веры это слишком мало, так что... Если у него 1000 туризма в ход, то он к 140-му ходу победит. Да не будет у него 1000 туризма в ход. У него 290 туристов в ход идет. 290 в ход. А чё я с Канадой-то воюю? Со всеми, видимо, воюю. Нет, я не со всеми воюю. Просто у тебя военник, наверное, был, с, ну, и союз с этим, с Ашеном. Ну,
Вот ты вояка грозный, а. Да я это... Рим, пока они все мной заняты, я тебе предлагаю их всех забирать. Очень смешно. Действительно. Ну вот смотри, у Норвега все города голые стоят, просто с моря иди забирай. У тебя флот вроде. Да, вот весь мой флот и видишь. Блин, ты мне довольство падает, из-за тебя падает. Тебя? Да нет, вон мне Канада не дает этот... Как его? Нет. Я и не дам. Я-то тебе чем насолил? Я просто злой, угрюмый. Вот именно. Так что, Лёш, нападаешь на меня или мы дружим? Не, нападу. Окей. С осуждением. Ну а я ж не могу без осуждения. А, точно, точно. Слушайте. А, ну, блин, да. Все, у меня вера кончилась, успокойся. Вера кончилась, а победа через 20 ходов. Ну, это рокер, наверное. Ну как, ну смотри, как кончилось? 229 веры, а вход у тебя... Ну где-то 200, 200, 200, может, 160. Вот один рокер 1000 стоит добить. В смысле, рокер изначально стоит 300, потом он стоит 350. Ну даже если он, наверное, все уже, наверное, про это, того. Ну, слушай, ну... Он мог нанять пятерых рокеров. Вчера я на 10 тысяч веры... У меня выжило там из 12 или с 15 рокеров, у меня выжило 3, которые вот, ну, хотя бы 2 или 3 раза сыграли. Ну, потом и они тоже все сдохли. Надо что-то делать. Чего я тут мощного не сделал? Но... Стены хотя бы построй. А смысл бомбардирования? Ну, это значит не один удар будет, а два. Смысл. Ну, я построю. Я тут заберу на ученого что-нибудь еще. Клеточки поломаю. Что мне еще делать? Клеточки поломаешь? Что-то сомнений у меня. Улучшение. Ну, подсказал, что мученого надо забирать. К сожалению, караваны его не могу пограбить. Только люто читает, нагрек, походу, на грек, это уж реально стену построю, что на один ход подольше. Да, этого норвежец заберет ученого. 4, тогда не будем читать. Алексей, тебе от мандола много культуры идет? Блин, как... А, ты сюзерен? Ну да. Тогда я его не сношу, если ты сюзерен. Я просто тут держу войска, да, чтобы, если что, его быстро забрать. Ну, я не знаю, ну, в принципе, я, конечно, сюзерен... А, я же в войне с этим, да, значит, он не получает ничего от... Он же не получает ничего от Нанмадола, правильно? Нет, не может получать. Хотя, подождите, может, тут... Смотри, вообще-то я получаю баф. Найти... Получаешь, разве? Не получаешь, потому ты что... Ты же в войне с ним. Ну, я не получаю... Нет, я... Нет, если ты в войне, ты не получаешь... Нет, запасов ты не получаешь, когда ты в войне. У тебя просто так много культуры, что ты этого уже не замечаешь. Нет, когда ГГшка воюет, ты уже не получаешь вот эти вот плюс два к... Тебя, этим,
амфитеатром и плюс 4. Вы там уверены или вы так думаете? Я в этом уверен, потому что я не один раз воевал и перекупал ГГшки, старался именно для этого, чтобы у меня культура там со 150 хотя бы там на 200 с чем-то вышла. Эх, не могу караваны грабить у этого, у Египта. Золотовик? Да. Как чувствовал? Рим, предложение. Не поверишь, у меня до тебя караваны добегают. Ну блин, ну вот какого хера ты тут прибежал вообще оттуда? Вот как, норвежец, ты в войне с Египтом? Нет еще. А то, что у тебя по территории бегает египетский скаут, который прибежал на мою территорию, грабит. Это норм вообще? Извини, не заметил. Два скаута. А, где он? С какой стороны? В Диере. Угу. Блин, реально так жалко, там так много паромки. 140. Лучший мой город. Сент-Джонс, конечно, второй. Виловай. А, бля, там бомба-пушка. Блин, я же в Болонью хотел первого посла отправить. Я больше всех размещался, а войну мне последний обид. Кстати, да. Это смешно. Я просто хотел посмотреть, что там в Анкартроме. А потом забылся. Просто он сейчас моего разведчика, который кое-как контролирует ситуацию, убьет. Вот. Теперь я даже не верю, что у него сроки. Да нет у него рокеров, у него одна штука тут ползает. Кхмер, тебе войну объявить, да? То есть ты решил под шумок религии победить? Я получал просто от Феса этот. Ну так как Фес снесли, мне куда-то их надо деть. Сколько там еще ходов осталось? Алексей, у тебя сейчас будет священный город Канады. Ну, не факт, что он будет. Да. А Канада защищается? Ну, я, ну... Полечу, нет, конечно. Немножко это... покорыпкаюсь. Там какие-нибудь ГГшки рядом с Египтом остались? Нет. Блин, даже мобилизацию не провести.
Корогин, а ты к Норвегу отправил караван? Подожди. До Норвега? Да нет. Это надо из какого-то самого дальнего, наверное, города. Но у меня всего 4 каравана бегает на самом-то деле у меня. Понял. Плохо. Чуть у меня никак не подключится. Очень интересная ситуация. Тут, в общем, Египет пытается культурой победить, а Кхмер пытается верой Кхмер победить. Кхмер религии, да. Уже обращены норвежец, да, и Египет. Нам очень долго, да? Захочешь меня, будешь строить священки еще и нормально. Я, на самом деле, норвежца обратил только за счет Феса. Ну, я перегружу игру, как-нибудь. Три апостола. А? Хорошо, ждем, перегружайся. Три апостола. Ну а куда мне их девать-то? Они у меня сейчас как разведы бегают. Тут настолько долго до победы, что вы еще ядерки успеете покидать. Успокойтесь. Играйте и надо получать удовольствие. Я вижу 5 апостолов Кхмера. Слушай, а вы не считаете, что как бы, ну, нельзя торопиться с рок-группами? Мне кажется, надо сначала открыть эту карточку, которая дает возможность выбора промоушена рок-группам любого. Где она тут? В эпохе будущего где-то. Ну. А так как Египет так впереди, то я, мне кажется, тебе надо было подождать, взять промоушен, который 1000 там туризмов везде дает, ну там, не знаю, серфингист какой-нибудь. Ну, возможно. Да я не умею культуры побеждать. Я сейчас по итогу. Я рок-группы очень дорогие сейчас уже, и. Ну, я типа буду ждать на эту карту. Ну так, культуры у меня уже не так много. Все удобно. Собор Василия Блаженного, почему он тут доступен вообще? Странно, ладно, амбар построю. Люкс, а ты тут? Ген, можешь углем поделиться просто? А у меня вообще нет. Фига себе, зачем? Чтобы у тебя еще больше культуры было? Нет, чтобы я мог самолеты построить. Дефца от вас, злых.
Уголь. Да, он не подожди. Победит, он не победит культурой. Он, ну, в смысле, он камни ну, не хорошо, отправляет туристов. Хорошо, а уголь зачем ему давать? Чтобы у него центры вещания давали культуру. У меня нет центров вещания. Электрифицированные. Ну, значит, чтобы лабы давали. Можешь посмотреть, у меня ни одного центра вещания. Надо, чтобы построить самолет, чтобы дефаться от злых врагов. Как все-таки, вот смотрите, реально все как в жизни. Как все-таки вот это быдло не любит культурных людей, да? То есть, чувак, да, конечно. Светоч на планете, там, всякие прикольные пишет романы, там, рисует, египтяне картины рисуют офигительные, а все вокруг собрались такие, фу, давайте его убьем. Он такой культурный, фу. Так, подождите, мне пишут, что я должен походить. Так, а зомби в игре уже? Да. Ты закончил ход, да? То есть мы все можем заканчивать ход. Я не могу. Ты там не говорил. Написано, только ты ходишь. Я знаю, так я спрашиваю, я могу закончить ход? Да. Следующим ходом, по-моему. Донанец, предложение. Встань, норвежец, пожалуйста, на производственную площадь арбалетом. Побежал. Египетский к тебе побежал этот. Египетская сила. Какаду. Скаут. Был скаут, а нету скаута. Так, есть ли с кем поторговать? Это у меня постоянно какая-то сахар с Римом. А мне ему дать нечего. Найс. Блин, мне сюда и так. Ладно, пускай тут обрабатывает. На самом деле, у меня на территории очень сложно было построить чудеса, чтобы театралки бахать. А в чем проблема? У меня был план на пирамиды. Ну, почему? Но не получилось его реализовать. Еще я пропуск не могу для кавалерии сделать. Какие-то иногда странные глюки в ЦИВе. Ой, коронавирус проник в меня, все. Ой, в алюминий. Да. Давно. Я и в нефть. Скажи, у меня есть? Ну, к сожалению, да. Чего к сожалению? Так у меня меньше.
я не нужен. Должен был продать информацию, понимаешь? Успокойся, Василий. Да, только 1-0, просто ставишь каток, она 2-6 просто. И нифигово так, культурка. Канадец, ты загрузился? Я уже давно загрузился. Я как бы хост, но я не улетал. А, точно. Рим, если что, мой берсер там просто так плавает, я не буду тебя опять играть. Можешь немножечко подождать с Монреалем? Два хода буквально. Ты хочешь дворец Потала достроить? Да, 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 да. Ну блин, это ж, ну это ж нечестно. Ну окей. Так, а, подожди, у тебя сбросится мой прогресс? Конечно. Да? Или нет? Вот конечно, сбросится. А я думал, не. Нелогично на самом деле. Если я уже заложил, ну как бы, ну все. По ноль его что ли снимать? Не, ну как-то, ребят, там корейцы нападают, разбирай. Разбирай. Работяги такие разбирают дворец Потала. Да-да-да, там Корея на Монреале, пацаны, разбираем. Тут он почти достроен, и что ли? Не, ну это забавно. Ну, Монреаль хороший город, да, будет у тебя на 170 промки, когда обработаешь опять клетки. Чё закрыли телевизор? Мне только показывать начало. Сейчас включу. Недолго он будет работать. А чё так? А чё, у вас пауза? Корея бьёт. Или Китай. Я тут дворец Потала не могу достроить, успеть. Да, Мася, дивку хочешь победить? Да, конечно, дивка. Я тут чудеса просто строю, видишь, в Монреале промки дохерища. Тричу. Хотя, ладно, я тут, по-моему, не добегу за следующим ходом. А разве нет у тебя вот тут, смотри, вот это? Ну, ты зону контроля моему кавалерии делаешь. Как я могу добежать? Я, по факту, ну, я убью твоих, конечно, копейщиков, но тогда я не могу Монреаль добить до конца, понимаешь? Тогда ай Потала будет построен. Хорошее чудо. Так, тут знаешь, поставить театралку на классную туда. Где пройдет у отдыхающей. Ну, вообще про. А, или они... на них же не действует, наверное, зона контроля. Конечно, египетская. Так, пошли тоже шедевры делать. Ой. A lady's imagination is better. Какой варварство. Да. 30 пикинёры так-то вообще классные. Скоро половина Кореи и Норвегии затонет. Скоро? Да, потом отлетит немножечко попозже. Ну да, есть такая проблема. Поэтому скорее будет.
Лучник по фрегату 20 урона, вот это мощный луч. Рим, предлагай. А мне разве дадут, когда я захвачу его? Мне не дадут, по-моему, очки. Нет, не дадут, конечно. Очки нет, типа, что, слот плохо. Не добежал немного. Одним ходом два города мощно. Там о, синагога. Синагога, да. Там я религию хорошую бахну, чтоб на верочку. А тебе останутся эти хоккей, вот эти? Нет. Нет? Нет. Ну они прям лютые какие-то. Все уникальные улучшения или районы убираются. Ну, точнее, районы и здания, они просто заменяются на обычные, а улучшения уничтожаются. Раньше я думал, что Канада отстой и кал. Сейчас я изменил свое мнение. Ты серьезно, ни одной гавани нет, дорогие? Она есть. Вот это в правихе, короче, там. Сколько у тебя Стоп, а почему у нас таймера нету? Хост, верни таймер. Я разберу. Ну я не знаю, почему у нас таймера сейчас нету. Что-то я немножко протупил. Какой-то момент забыл включить назад. Тут смотри, Леша, для тебя панамский канал. Все для меня рассветы и закаты. Да. Все для меня тебя... панамские каналы. Панамские каналы, как это, да? Дворец Патала для тебя. Восточные закаты. Восточный паром. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!